Так, мы находимся сейчас в питомнике Неваке, Волоколамск, Московская область. И вот вашему вниманию, значит, рябина на шпалере. Высота у нее 3,20, ширина 2,20. Вот такая сейчас фактура. Вот, она... Ее застригали в этом году? Да, уже стригли. Да? Вот, стригли. То есть, вот такая шпалера. А, Евгений, можете подойти просто, чтобы для этого, для контраста для ряда, да, для масштаба. Вот примерно вот такая высота. Вот, 3,20. Какая у нее... Это главный агроном питомника Неваки. А, Кирилл, а какая у нее максимальная высота ее выгонять, вот, чтобы плотная структура была? Ну, такая. Если стоит задача, можно да. до 4,5-5 метров. А, до 4,5-5 метров. В производстве ага. она формируется именно в такой высоте, угу. чтобы было удобно отгружать в плане логистики угу. и стандартизация материала у нас именно в такой высоте. А, ну понятно. А, еще вопрос такой, в плане вообще неприхотливости, приживаемости и прочего, вот рябина, вот из, ну, шпалера из рябины. Рябина – это растение третьей зоны, она абсолютно зимостойкая. Мне лично, вот, например, попадалось озеленение в Мурманске, в парках и скверах Мурманска угу. из рябины. Там озеленение в основном из рябины. Угу. Ну, понятно, все. Ну вот, в общем-то, это у нас один вариант озеленения шпалерного. Рябина обыкновенная, вот в таком виде. То есть, дальше она, когда получается, мы высаживаем ее на объекте, мы также потом бамбучины продолжаем ну, связывать и ее растягивать, правильно? Да, если стоит задача увеличивать либо в ширину, либо в высоту, можно угу. довязывать сбоку бамбук угу. и на него формировать. Угу. Дальше продолжать. Фиксировать ветви и формировать. Также можно держать ее в этих размерах, в этой высоте. Угу. Она будет прекрасно себя чувствовать, комфортно. Просто каждые там 3-5 лет немножечко подновлять бамбук. А, ну все понятно. И неоспоримое преимущество, мне кажется, вот по рябине, это плоды у нас получается, да, ну как бы всю зиму, да, это украшает. Для да. нашей славянской души, да. для русской, это очень... очень любимое растение, связанное угу. у многих с детством угу. и, конечно, дорогое сердцу, я считаю, угу. которое угу. должно быть в каждом саду. Все, все понятно. Ну вот, вот значит у нас, представляем, рябина обыкновенная на шпалере в отличном качестве. Вот, на данный момент их в питомнике, сколько вы сказали, 5 штук, да? Осталось 5, сейчас в производстве еще определенный объем, да, но очень быстро разбирают, очень популярная позиция. Да, 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 да. Ну, я понимаю, здесь на самом деле, даже если, допустим, пускай их 5, а если нам какое-то количество требуется, мы же всегда можем оформить заказ на производство, конечно, допустим, конечно. Зарезервировать, произвести оплату, и дальше уже ждем, материал подходит, и производим посадку, да? Все, вот такая у нас получается, сейчас я поближе подведу, вот. Вот такая связочка. А, кстати, еще хотел спросить, по сравнению даже, например, просто сейчас мы перейдем к Ирье Ламарко на шпалере, то есть у нее все-таки более такая, как бы, плотная структура и массивнее, да, получается? За счет мелкого листа, за ага. счет мелкого листа она плотнее и чуть-чуть объемнее, да, а, чем она рябина. Плотнее, объемнее. Да. Но зимой, я так понимаю, что они выглядят идентично, да, то есть, да, ну, да, как да. бы это такая кулиса. Кулиса. Ага. Из ветвей, которые выглядят, ну, рябина выглядит за счет плодов очень декоративно, uh-huh. а ирга выглядит за счет архитектуры ветвей, архитектуры кроны и uh-huh. ветвления. Uh-huh. Это очень интересно. Uh-huh. Все понятно. Все. Вот вашему вниманию, пожалуйста. Рябина обыкновенная на шпалере.